Итак, вы наблюдаете процесс бритья бороды. В данном случае он носит не только санитарно-гигиенический, но и ритуальный характер, так как мы начинаем готовиться к фестивалю неизвестной русской музыки, который пройдет под Моклово 10 августа сего года. Сейчас со стенами будут исполнены оригинальные петровские канты, а также стилизации на петровские канты, придуманные мной. Как известно, одной из выдумок великого царя было бритье бород своим боярам, что также носило не только санитарно-гигиенический, но и ритуальный характер, знаменуя европеизацию всего уклада русской жизни. Эта европеизация коснулась в том числе и такой сферы, как музыка. В частности, одним из следствий ее стало возникновение такого жанра, как петровский кант, который, по сути, является синтезом двух традиций: русской песенной традиции и европейской хоровой, или, можно сказать, консортной традиции. Собственно, консортной музыки на Руси таки не возникло в то время, но зато она появилась сейчас, и на фестивале под Моклово вы услышите петровские канты и стилизации на он в сопровождении концерта виолы. Также вы услышите инструментальные композиции для того же концерта. Помогать мне в этом будут замечательные музыканты: Алиса Тен, Марфа Семенова, Сергей Полтавский, Вадим Бойнштейн, Антон Изгагин. И все это можно будет услышать под Моклово 10 августа. Ждем. До встречи.